Задолбали тараканы, муравьи бегают, как у себя дома, клопы прыгают, как олени в брачную пору. Не беда, сервис технологии чистоты избавит вас от мелких друзей, как конкистадоры избавили Америку от индейцев. Быстро и надежно. От 900 рублей. Скидки при оптовых заказах до 40%. Короче, вот я на месте. Сейчас посмотрим, как тут все. Я, правда, уже тут был. Так, тут. Нога под мышку, короче. Ёпта. Так. Ёпта. А, ты жилой, да? Ну, да. А вот это мой легендарный тренер, короче. Приветствую. Приветствую. Сейчас, короче, заруба будет, ёпта. Ребята, это большие боссы из VSP. Ну какие большие, ну маленькие. Здравствуй, здравствуй. Приветствую. Как ты? Привет. Привет. Опа. Батька. Все, все, кто хочет со мной поздороваться, может поздороваться. Вот он. Давай, выносим. А где пиво? Пиво где? А мы не пьем. Я ж не пью. А, ну я пью. Я закинил. Я зову тебя. Начнется. Я вчера кровью хуярил во всю. Да? Кое-как откачал. Ромашку тебе, да, там? Ромашку. Мама таскала. Ебать, теперь, блядь, будет аналитика нахуй на алкоголь, блядь. Забей, блядь. Да, мазок. Пейте, кровью будет. Еще толпа идет. Красиво, ну мы уже на бое. Мазоха. Вот, смотри, там какие ребята, бля, ёпта. Да вообще толпа, ебать. Ещё микс-файт, бля. Хорошо. Если хватит смелости, то, короче, девочки всякие бросаешь, поехали. Короче. Вон, да. Мы с Анамасом сейчас будем это... Блядь. Немножко. Что здесь будут? Я не могу смотреть на эту хуйню, блядь. На экранчик, блядь. Четвертый, блядь, может четвертый. Смотри тут, блядь, можно. Как вы, блядь? Там нас уже сейчас встречать будет. Да? Да. Отлично. Там толпа, что ли? Сейчас Виджелин, драка Виджелин против Михалыча, блядь. Да нет, хорошо, как ты стоять, блядь. А знаете, почему бой не начался? Потому что Виджелин еще не пришел. Я сейчас встречаю. Привет. Удачи. Привет. Удачи. Здорово. Помощь.
Дай мне ножницы. Я с тобой, трезвая Россия. Нет, трезвая Россия. Наши люди, наши. В общем, болеем, в общем, не за вас. Понятно. Я понял, что это пиво. И пиво болею за бухло. Проходите, здорово. Здорово, здорово. Проходите прямо туда, рассаживайтесь. Я тебя вот тоже снял. Ну вот, короче, пиздели люди, что Жорик Барыга не приедет в вот Россию. Вот, сука, вот. И самое главное, он даже не говорил. Я просто вышел вот, ну, пивка бухнуть, да, как бы. И подходит такой чел, я сразу знакомое лицо, ёпта. А он так типа это, без пафоса такой типа там. Технично прошел, чтобы хейтеры не отпиздили, знаешь, в очередь стали Жорика поймать. Из-за того, что на Америку пищу. Это реально Россия, да, как бы, чтобы вы не думали, что я в Америку там переместился. То есть, вот знакомый, кстати, тоже лица. Привет. А Ван, я его даже не узнал, он на вас стоит, высокий такой, блин, я даже офигел немножко. Думал, я такой 1.60 м, да? Да, да. Кеп. Не, я думал 1.70 м, как я где-то, ты такой под 1.95 м где-то. Ну да, примерно. Не, если ты хочешь, чтобы Америка тебе приехал, вот он тебя обожает, Толяна обожает, если он узнает, что я с вами встречался, он точно приедет в Москву до Нового года. Америка? Да. Да он уже хотел сходку сделать вам еще, блядь, полгода назад в Москве. А, у него там не получилось что-то, да. Он хотел устроить, короче, сходку за счет... За свой счет всех накорми, там все дела. Ты же знаешь, как. Фуршет, да. Ёпт. Ну, не знаю, надеюсь, я его уговариваю, чтобы он до Нового года приехал, посмотрим, что будет. Он был в Европе, 3 метра до нас, короче. Он сейчас, да, в Европе. А в Германии, да, этой? Да. Тут, блин, 3 часа на самолете, я думаю, или 2 часа лететь. Я уже готов. Виза только чисто. А, у него же нет гражданства российского, да. Ну, там какая-нибудь виза и все. Да. Ну, не знаю, я работаю над этим, чтобы говорить его. Как бой? Там оттуда выбегать. Очень короткий был. Я вот думаю, сегодня бой будет короткий или длинный. Поднимите руки, которые люди думают, что короткий бой будет. Основной бой. Короткий, думаю. Ты думаешь, короткий бой будет? Серьезно? Так, и на кого ты ставишь? Так, там включается GoPro-шки. Вы не подумайте, что тут колесо. У нормальных людей панасоники, ёпта. Ребят, давайте сделаем шума. Шум, мне нужен шум! Бля! Ну давайте, расскажите нам, из-за чего произошел вообще этот бой сегодня, он будет происходить. Нормально. Хочу услышать версию с обеих сторон, мы же как-никак ради шоу здесь собрались. Узнать предысторию хочется, как это все развивалось. Там еще я слышал, что в деле как-то Мерседес был замешан, вот, который уже поделили, он на кирпичах во дворе стоит. Вот, и, ну давайте начнем с кого? С вас, наверное. Он меня включите план. Это все равно, что «Игру престолов» 6 секунд пересказывать. Сейчас, секунду. Можно микрофон, пожалуйста, погромче сделать? Ребят, сделайте микрофон погромче. Сейчас вот. Фоткаешь меня? Вика, буквально. Одним жестом немного громче микрофон. Ой, сколько камер. Кошмар, ребята. Правда. У него аллергия на мой юмор, но ничего страшного. Раз. Вот этот микрофон получше. Друзья, мы смотрим от вас. Почему? Так они удаленно. Они удлинители. Ты очень чуешь. Хорошо, допустим. Жило двое человек в Красноярске, один приехал в Москву, один не приехал в Москву, здесь встретил другого. Семен, ты их давно хотел записывать. Еще конфликт произошел. Да в курсе, из-за чего конфликт произошел. Он тебя снял. Тебя знаете? Да! Короче, был август месяц. На улице была хорошая погода, я решил записать видео про мытка мозгов на Сергея Симонова.
Сергей Симонов решил, что этот ролик носит оскорбительный характер, ответил не мне, а на канал Reddison. Ну и там... Подойдем. Кулачки тормить, Костя. А ты что, ладошка? Семен, давай! Давай! Технический момент. Блядь, 3 месяца ждать, ебать. Я видел, как скулы сжимаются. Давайте сейчас фотографию находите. Смотри, как. Дарья нормальная. Не, нормально, нормально. А то сейчас вертуха. Сурик готовы, бой! У ребят будет 3 раунда по 2 минуты. Ой, как они по щам друг другу дают, а? Вы посмотрите. Бывшие друзья на ринге. Теперь уже бывшие. После сегодняшнего вечера. Кстати, нормально так. Ну, не быстро. Кто? Да пока что никто. Да нет, полсилы есть. Вик, музыку включай, когда ребят выходить будут. Во время боя не надо. Семен, где я? Комментатор ебало завалил. Виталь, подними руку, давайте поаплодируем этому парню. Наверняка нам сегодня помогают делать это мероприятие профессионалы, и у нас все получится качественно, красиво, без лишних изъянов. Итак, Евгений Пантелеев сегодня будет биться с Сергеем Симоновым, и я очень жду этот бой, ребят, очень. Просто безумно. Я надеюсь, вы не будете своими камерами загораживать обзор нашим зрителям. Опять отошла, что ли? Опять отошла. Кто? Давай ты снимай. Кто? Снимай, красиво. Ребят, ну давайте камеры подготовим. Сейчас судья проверит. Так. Где тут? Так, ты у меня заказывал, да? Ты у меня повторюшку заказывал, да? Все, ладно, сейчас сделаю. Ведущий рванет сальтуху. Ребят, во мне просто энергия бушует. Я не могу держать эмоции. Мужик, я тебе пожелаю удачи. Давай, я надеюсь, все будет четко, гладко. Тебе тоже пожелаю удачи. Давай, все будет круто. Бой будет равный. На равных условиях, по крайней мере. И пошла цыганка. Вы посмотрите на нее. Помнишь этот голос, который ломается? Я хочу услышать зрителей, которые пришли болеть за бойца в синем углу. Подними руку, боец, в синем углу. У него так мало поклонников, что ли? Давайте еще громче. Отлично. Теперь боец в красном углу. Кто пришел болеть за него? Не, ну, по-моему, как-то на равных, да? Так, музыку тише. Сейчас судья скажет какое-то наставление. Ребят, сходитесь. Я
Канада, подарок! Хорошо! Хорошо, на встречу
просто течет, бой не останавливается. Больше шума! Больше шума! Давай, давай, мочи! После этого продолжим бой. Серега, смотри сюда, пожалуйста. Серега! 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 Да, прямо смотри. Торопись, спокойно иди. Попадай, зачем ты начинаешь много потом? Серега, судья не останавливает бой, и участники не сдаются, потому что это всего лишь кровотечение, это не нокдаун, не нокаут. Ребята до сих пор стоят на своем и хотят победить. И кровотечение, я думаю, ребятам абсолютно не страшно. Но оно все-таки мешает. Мешает, потому что может попасть в глаза. Кровь может попасть в глаза, и это будет мешать нормально проводить бой. Немного, но нормально, там вообще все взрывается. Я 5000 слов ставлю, не все равно. Судья! Вообще, блядь, это пиздец. Может, подмод поставить? Подмод? Я поставил 5000. Серега, красава. Стрим, все смотрят. Серега! Небольшое замечание сделал судья тренером бойца в красном углу, потому что давали ему подсказки, потому что нечестно. Ребята стоят вдали от тренеров, не могут слышать подсказки, не могут попить воды, они могут просто дышать, и вот одному из них обрабатывают нос. Насколько мы поняли, что нос целый, да, товарищи медики? И буквально мы сейчас остановим кровотечение, может быть, ватки, бинтов каких-то, и продолжим сегодня. Животик. И бой продолжается под ваши крики, аплодисменты! Несмотря на кровь пролитую, на наш пол! Хорош, Серега! Только что зашел. Давай! Мне кажется, еще несколько таких лоу-киков, и нога будет отсутствовать.
Сережка. Давай, Серега! Стоп, 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 ребят. Аплодисменты. Вы видели, сколько здесь капель крови, и потрясающая дама опять выходит на ринг. Зрители, вы готовы смотреть третий, заключительный раунд? Девушу! Поехали, ребят! Не суеты же! Давай на меня, Сережа! Пусть побегает! Держите Женю! Держите Хочу заметить, что у Пантелеева хорошо заходит лоу-кики. А, блядь! А, сука! Вот это подписано.
сегодня, они цивилизованным путем решили выйти как нормальные люди на ринг. И по правилам навалять друг другу по лицу. У них это получилось, по-моему, получилось довольно-таки эффектно, как вы видели уже. И мне кажется, этим ребятам обоим надо поаплодировать. На них цивилизованных людей на нашей стране будет огромное количество. Если у вас есть какие-то споры с кем угодно, идите на ринг, в зал, берите перчатки, капы. Не надо там вот эти подворотни всякие, непонятные разборки, это все детские ребят. Вот взрослые цивилизованные мужчины вышли нам, показали, как это делать. Берите пример с ним. Ребята, заслуживают ваших аплодисментов. Оба на ногах, оба на ринге. И победил Сергей Симонов. И буквально, может, через полчаса вы сможете с ребятами поболтать. Фотосессия небольшая у нас будет. Но кому лишь ждать того, чтобы ребята отдышались, могут ехать. Можно тебя? С вами был ведущий Дмитрий Пазлин. Всем пока. Давай поплатай, ёпся. Давай битву взглядов. Там идет трансляция. Спасибо, что у нас все собрались.
Спасибо. Торшилов тебе сам. Ну как он себе? Прыгай. Не, просто не буду. Туз такая. Йо-йо. Селебрити в метро, короче. Все собрались. Ёпта. Да, мы простые люди. Мы ездим в метро с крестьянами. Тут у всех есть, а? Вот на масс, паспорт, да есть у тебя она. Как рабы системы идете, короче. Крестьяне. Крестьяне, да. Так. Батя снимает. Батя как лох снимает. Как лошара ебаная. Сам камеру держит. Да. Сниму, кто остался. Ты пяпсишь уже? Да. Топ-геймер здесь. Ой, блядь, это самый сильный тут остался. Жора, бля, Миша. Посмотрите, что он делает. Пускает пары. Ну. Отравляй наши легкие, господа. Воняет кухня, блин, жестче. Вступайте в стоп там. Ой, стоп там. Лев против меня. А, Ваномас, ты в курсе, что предъявит тебе за эту музыку? Предъявит по поводу. Да, монетизация.